Чудесно. Просто чудесно. Король Артур реален. Рыцари круглого стола существовали на самом деле, а теперь прямо перед нами лежит Эскалибур. Ненавидел его Лара. Любовью это тоже не назовешь, черт побери. Его репутация была погублена. Теперь на этой вершине мне предстоит спасти сразу несколько вещей. Крушение произошло как раз на той стороне. Я ни черта не вижу. Ты уверена, что это то самое место? У меня хорошая зрительная память. Мы оказываемся в горах без альпинистского снаряжения. Мне кажется, это место небезопасно. Поторопись, не то на тебя обрушится лавина. Мне уже приходилось этим заниматься. В другом месте. Я пока не собираюсь сдаваться. Я должна найти дорогу. Вот это место. Место крушения. Сколько тебе было лет? Кажется, 9. Что-то вроде этого.
Я просила его заниматься своим делом, а он носится за мной по всему свету. Может, он тебя не расслышал? Думаешь, он внутри? Сомневаюсь. Наверняка сейчас лежит дома и плюет в потолок. Все выглядит каким-то нереальным. Я представляю. Тогда знаю и сейчас. Не переживай, Зик, со мной все будет в порядке. Это он. Конечно. Просто спросил. Обычно ты копаешься в чужом прошлом. Вот тут ты ошибаешься, Зип. Это все звенья одной цепочки. Теперь осталось еще одно место, которое я бы хотела посетить. Это недолго. Мне это место совсем не нравится.
если вы были. Если бы я только умела ходить по воде. В данный момент я очень рад, что сижу дома. Замечательно, Зип. Перестань. Прости.
здесь не было. Были закрыты. Мне нужно узнать, как их снова открыть. У каждого предмета здесь есть символическая функция. Было бы здорово, если бы в жизни так было.
одно, так другое. Откуда ты знала, что оно тут окажется? Дайте мне минутку. Эскалибур восстановлен. Отличная работа, Лара. Он разрушен, но, возможно... Если это все, что он делает, мы впустую потратили кучу времени. Пора начинать придумывать, как покинуть этот монастырь. Как насчет помогать Эскалибуру? Просто так, для развлечения. Это бесценный артефакт, а не игрушка. Я просто предложил. Любоваться видами, или ты закончила? Мы возвращаемся в Боливию, а там посмотрим.